В Иванове убит школьник. Трагедия произошла 2 октября около одного из домов по улице Ермака. Подозреваемый задержан по горячим следам. Им оказался 16-летний подросток. По версии следствия, между двумя группами молодых людей произошла сначала словесная перебранка, затем потасовка, в результате которой одному из школьников нанесли удар ножом-бабочкой в область груди. Подозреваемый с места убийства скрылся, выбросив оружие в кусты. Прибывшие на место медики помочь пострадавшему уже не смогли. По одной из версий, конфликт между подростками произошел из-за девушки. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время от подозреваемого получена явка с повинной. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.